Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии! Мы в программе «Время для исцеления» продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила каждого из вас. А теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Kelepasan pasti terjadi di tempat ini. Oh Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Angkat suaramu dengan iman, katakan, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Biar musik saja, mari kita angkat kedua tangan kita dengan iman. Kami percaya malam ini, kami dan juga kami yang ada di rumah-rumah, kami percaya Engkau menyembuh kami, Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jehovah Rapha, Engkau ada di tempat ini. Yesus. Saya mau dengar jemaat saja angkat suaramu, katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kaulah Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu, nyatakan, Kaulah Tuhan menyembuh. Kaulah Tuhan. Sambil buka kedua tangan, saya ajak sudah dengan bebas sudah menyembah Tuhan, angkat suaramu. Oh haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi dengan iman kami katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada. Saudara di rumah-rumah, angkat tangan mengatakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Ya, mujizat masih ada tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oh, haleluya. Haleluya. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь. Когда Иоанн Креститель был в тюрьме, он услышал слово об Иисусе. Он послал своих учеников к Иисусу спросить, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Иисус не ответил на этот вопрос, потому что был занят служением массам, исцеляя больных и изгоняя демонов. Затем он сказал ученикам Иоанна Крестителя, «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang butakan melihat. Perbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Чудеса, которые Иисус совершал 2000 лет назад, происходят и сегодня, потому что Иисус жив. В наши дни эти чудеса совершают Его ученики. Как один из учеников Иисуса, я получил от Бога задание стать Его инструментом, чтобы являть эти чудеса. До августа 2018 года я провел 300 служений исцеления. 300-е служение проходило в храме Барабудур. Я знаю, что это Божие благоволение. Я видел, как тысячи людей были исцелены Иисусом. Некоторые были исцелены на месте, некоторые по дороге домой, а некоторые уже дома. А кое-кто исцелился, когда смотрел нашу программу по телевизору. В Писании Иисус делал две вещи, чтобы исцелить человека. Во-первых, Он говорил, «Твоя вера спасла тебя, и человек был исцелен». Если мы хотим исцеления, то нам нужно верить в Иисуса всем сердцем, верить в то, что Он может и желает исцелить нас. Ну а во-вторых, человек исцелялся, когда Иисус говорил, «Прощаются тебе твои грехи. Иди и больше не греши». Каждый раз Иисус говорил эти слова, и человек был восстановлен. Хатикупа чая,
Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иисус возвещал Слово, четверо мужчин принесли к Нему расслабленного человека. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Сын мой, прощаются тебе грехи твои». Иисус увидел их веру. При этом некоторые из учителей закона, которые сидели там, подумали про себя: «Что это такое он говорит? Это кощунство? Кто, кроме Бога, может прощать грехи?» Иисус тотчас узнал духом своим, о чем они думают. «Что у вас за мысли такие в сердце?» — спросил он их. «Что легче сказать парализованному: прощаются тебе грехи, или сказать ему: встань, возьми циновку и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на этой земле». И тут он обратился к парализованному человеку: «Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой». Больной тут же на глазах у всех встал. Он взял свою циновку и вышел из дому. Это очень изумило всех, и люди стали славить Бога, говоря: «Такого мы никогда еще не видели». Иисус Тербесар, катакан, Тебя чинтаку, Дия сембука, Дия ампуни, Дан бри пертолонган. Dia tak berubah. Когда Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои», учителя закона подумали, что Иисус богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Но на самом деле Иисус имел право сказать: «Прощаются тебе твои грехи», потому что Иисус — это Бог. Иисус учил нас молиться: «Дай нам хлеб наш насущный и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это означает, если мы каждый день едим, мы должны каждый день просить у Бога прощения. Когда Господь говорит нам: «Ваши грехи прощены», мы будем исцелены. Когда люди увидели, как парализованный взял свою постель и пошел, они славили Бога и говорили примерно так: «Мы еще никогда такого не видели. Мы никогда такого не видели прежде». Это то, что я называю необычными чудесами. В 2018 году нас ожидает множество необычных чудес, если только мы любим нашего Господа Иисуса Христа. Нас ожидает то, чего не видел глаз, чего не слышало наше ухо и что не приходило на ум человеку. Однажды Иисус проходил мимо и увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рави, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет, это не его грех или грех его родителей», — так ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать, пока я в этом мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому.
«А теперь пойди и умойся в пруду Силаам», — сказал он слепому. Силаам означает «посланный». Слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. Соседи его и те, кто раньше видели его просящим милостыню, спрашивали, «Разве это не он сидел и просил милостыню?» Одни говорили, «Да, это он». Другие говорили, «Нет, он похож только на него». А исцеленный сам говорил им так, «Это действительно я. А как же ты прозрел?» Спрашивали люди. Он ответил, «Человек, которого зовут Иисусом, смешал грязь и помазал мои глаза. Потом он сказал мне пойти в Силаам и умыться там. Я пошел, умылся и стал видеть. Это простое свидетельство человека восстановило его». Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Иисус совершал необычные чудеса. Человек слепой от рождения не имеет даже глазных яблок. Иисус плюнул на землю, смешал слюну с грязью и сформировал что-то вроде глазных яблок. А затем положил это на глаза слепому. Потом Иисус сказал ему, «Пойди и умойся в пруду Силаам». После того, как слепой сделал то, что сказал ему Иисус, он прозрел. Необычные чудеса происходят, ведь только Иисус может совершить их. Как видим, чтобы вернуть зрение слепому, Иисус дал ему необычное повеление, то, что не имело смысла. От нас требуется верить и повиноваться Его повелениям. Если мы будем делать то же, что делал слепой, с нами произойдет то же, что и с ним. Иисус, аку перчая, Иисус, аку перчая, Иисус, аку перчая. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Кому из вас нужно необычное чудо? Может, кто-то из вас думает, как моя болезнь может быть исцелена? Как моя семья может быть восстановлена? Как я могу вернуть себе работу? Дорогие, для Иисуса нет ничего невозможного. Нет такого понятия, как безнадежность, потому что Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня, даже если умрет, будет жить». Смерть можно перефразировать здесь как безнадегу. Следовательно, нам нужно верить в Иисуса, и тогда у нас всегда будет надежда. Кто из вас хочет испытать необычное чудо? Если вы хотите, чтобы Бог помог вам или исцелил вас, поднимите руку. Я помолюсь за вас, Отец. Ты видишь эти поднятые руки. Им нужна Твоя помощь. Им нужно исцеление. Им нужны необычные чудеса. Господь, Ты видишь всех Своих детей. Они подняли руки к Тебе. Действуй в их жизни прямо сейчас. Принимайте исцеление. Принимайте восстановление. Принимайте чудо. Ведь необычные чудеса происходят прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь.
Аллилуйя! Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. С вами сегодня был Билли. Увидимся через неделю, и пусть Бог обильно благословит каждого из вас. Untuk Romu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama dan katakan, ku buka hati. Pemirsa di rumah, mari alami jamahan Roh Kudus, alami kesembuhan, alami pemulihan dalam jamahannya. Jamahlah kami, penuhi kami Roh Kudus dengan kuasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan percaya katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami. Alami jamahan Tuhan malam ini, biar Roh Kudus memenuhi kita lebih lagi. Mari sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, Kaulah yang besar. Kasih-Mu kekal, Kau yang lain.
kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, kau Allah yang besar. Kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Namamu, namamu, kuasamu, ya Tuhan, kau yang layak. Sambil angkat kedua tangan kita sama-sama, katakan namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Di rumah sorak-sorai bagi Tuhan. Dia yang ditinggikan memulihkan, Dia yang ditinggikan menyembuhkan kita. Mari sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya.